стране выздоровели и уже вернулись из больниц свыше 63 тысяч пациентов, которые перенесли коронавирус. Положительный результат на COVID-19 зарегистрирован у 68 250 человек. Лаборатории обработали без малого 1 326 тысяч тестов. Белорусская политика во время борьбы с коронавирусом оказалась взвешенной и разумной. Это отметили в торгово-промышленной палате. Ее глава подчеркнул, что страна не останавливала производство и поэтому оказалась в выигрышной ситуации по сравнению с государствами, которым сейчас приходится начинать практически с нуля. Он также отметил, что впереди сложная работа. Предстоит приложить много усилий для восстановления контактов с зарубежными партнерами. Белавия с 5 августа возобновит регулярные полеты в Вильнюс. Рейсы будут выполняться по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 35 минут. При этом въезд в страну-соседку по-прежнему разрешен только гражданам самой Литвы, Евросоюза, а также пассажирам, имеющим вид на жительство в Литве. Одна из частных лабораторий начала тестирование на антитела COVID-19. Кровь берут из вены. Анализ дается натощак или минимум через 4 часа после еды. Используются тесты белорусского производства. Перед сдачей человек заполняет анкету согласия на предоставление его данных при получении положительного результата в поликлинику по месту жительства. Напомним, что платный тест на антитела COVID-19 в Бобруйске можно сдать и в первой городской поликлинике методом ПЦР-диагностики.